просто Сочи, когда тут нет дождя, это просто что-то шикарное. Посмотрите, я иду по центру города, вокруг меня прекрасные зеленые пальмочки. Что еще нужно, собственно, для жизни? Солнце, самая теплая точка России. Смотрите, зелень просто прекрасная, чистый асфальт, чего сейчас в Екатеринбурге точно не найти. Сегодня в 7:40 я на электричке поехала в Сочи. Сходила, немножечко погуляла, покушала. Планы на день так и не написала, ну да ладно, просто уже не захотелось. Захотелось уже пойти дальше гулять. Сейчас я иду на набережную, морской порт. Буду созерцать, наслаждаться. После этого я пойду на обучение бизнесу. Почему именно эта ниша?